Здравствуйте, меня зовут Васильев Михаил, я учусь в 8 классе в городе Санкт-Петербург. Обучался раньше в театральной школе Сергея Дмитриевича Бызгу, театр-класс, вот, 7 лет. Я снимался в клипе «Слайдер Магнит» диджеев в студенческом кино. Хотел бы в театральный институт поступать. Мама актриса и папа актер. Вот, и дедушка по папе преподает в театральном институте, поэтому достаточно это мне любопытно. Я с детства в этой профессии, я хожу в театр практически каждую неделю. Сейчас бы я смог сыграть достаточно, ну, какого-нибудь такого мажорика, но очень начитанного и умного. Конечно, я понимаю, что маловероятно, вот, но я очень увлекаюсь футболом, и хотелось бы быть, наверное, тренером или там президентом клуба. Это тоже было бы интересно для меня. Я хочу сыграть президента. Не честного президента, а президента, который будет именно первое лицо, которым за ним стоит огромный олигарх, а он просто человек с глянцевой обложки, которого все обожают. Вот на самом деле он дурак дураком. Мне было бы это любопытно сыграть. Я просто очень люблю давать интервью. Ложусь на кровать и представляю себе, как я даю там интервью Владимиру Владимировичу Познеру или там Юрию Дудю. Это, безусловно, все вопросы, которые они задают своим героям, которые к ним приходят, я вот сам на них люблю отвечать. И почему-то мне это так вот понравилось. Не знаю, почему мне понравилось. Мне больше нравится кино, потому что в театре можно как-то там подхалтурить, понимая, что вот сегодня я, значит, там сыграл так-то, да, сегодня тут я не доиграл, ну, завтра доиграю. А в кино как бы раз. Но больше всех мне нравится Роберт Дауни-младший. В Хабенском стать очень трудно. Он, конечно, мега-артист. Если ты хочешь быть артистом, ты должен к этому готовиться с самых ранних лет. Много текста нужно учить. Например, главная роль, там просто тебе дают... Вот я смотрел, сколько маме давали листков, сейчас у нее там главная роль есть в театре. И выучить такое за... Сколько она выучила? За 1.5 месяца. Я не хотел никогда... Ну, хотел, возможно, но не так, чтобы мне было 6 лет и писал сказки. И нашел кабанов, и нашел змей. Если заходит мой язык куда-то далеко-далеко-далеко, и мои мысли просто бегут, я очень много чего могу придумать. Я больше люблю книги писать, нежели сценарий. И не всегда самое трудное есть самое крутое. Я себя вижу больше, наверное, в комедии, потому что драму сыграть я... Это более к старшим годам, там 30-32 года.